Всем привет из Аверят. Сегодня я начну делать, потому что время это отнимает много. Сегодня я вам хочу показать видео на тему кормления. То есть сколько времени я трачу на то, чтобы управиться по хозяйству один. Если я занимаюсь один, вот вы сегодня в режиме реального времени увидите, сколько на все про все уходит. Так, время, ну давайте ради интереса посмотрим. 5:43. Ну где-то часа полтора-два я буду управляться. То есть все как есть, я специально для этого не готовился, я просто пошел сейчас на кормежку и думаю, почему бы не снять такой сюжет, что многие интересовались, спрашивали, что и как. Ну, пожалуйста, получайте. Я надеюсь, что у меня сюжет снимется хорошо, потому что вот этой насадкой, как ее назвать, на голову я не пользуюсь и не знаю, как надо все это делать. Кормежку я для себя разделяю на три этапа, я бы сказал 3,5. Первое, если я кормлю один, да, первое это птица, кормление всей птицы. Второе это кормление всех остальных животных, сразу подготовка на следующий день, если где-то что-то нужно сделать. И третье это дойка коз. Так вот, я замешиваю. Кто думает, что это все так просто? Сейчас я разобью ваши иллюзии. Это не все так просто, как кажется. Когда кормишь, честно говоря, лучше не отвлекаться, а то бывает, что-нибудь затупишь, особенно когда вот готовишь. Блин, завтра, наверное, рыбного фарша не хватит, а я не достал. А я не достал. Ну, может быть, хватит. Так вот каждый раз делаешь. Так, овощи. Бройлеров это, блин, много. Это пюрешка картофельная. У курочек это морковка. Сегодня погода вроде бы такая неплохая. Я даже не ожидал, если честно.
вчера вечером дождь кончился. Вообще по огород выйти просто, ну, неприятно в огород выходить. Все время это тапочки снимать, одевать сапоги, туда-сюда бегаешь там, как папа Карло. Ну, блин, вся жуть. Сейчас у меня, я точно не знаю, наверное, около 90 бройлеров у меня, но они разного возраста. Там где-то около 30-ника, им уже вот около, кстати, почти, ну, полтора месяца, то есть их уже вот надо вот убирать сейчас. И где-то около, не знаю, как камера снимает, не снимает, и где-то около 60 штук, может чуть меньше, ну 50 пусть будет, да? Им где-то около месяца, наверное, может меньше. Я вот возраст не знаю, у меня все записано, надо смотреть. То есть я к чему, то есть, ну, по количеству, да, вот я вас сориентировал, возраст вот примерно такой, и по кормежке, то есть у меня замес идет на 2 кило, замес идет на 2 килограмма. Так, не затупить. Замес идет на 2 килограмма. То есть за раз, вот я готовлю только бройлером. Так. 8 килограмм за раз. 4 ведра я делал. 4 ведра, это 8 килограмм. То есть за день они у меня съедают 16 килограмм. Много это или мало, я пока еще не считал. Ну, скоро, я уже говорил, будут сюжеты. Все подробно в инструкциях. Мы рассмотрим, посчитаем в деталях, сколько у нас куда уходит денег, сколько что, какая себестоимость, сколько где там по времени, как. Окупаемость и так далее. Все прям распишем с вами. Примерно вот такой концентрация у меня получается, чтобы это было не пыльно и не влажно, чтобы не каша была. Кузовная смесь у меня кушают бройлеры. Механизм отлажен, все четко. Единственное, что у меня помещение, конечно, мне помещение вообще не нравится, и там надо все переделывать. У меня нет ни желания, ни сил. Постараюсь еще вот этот год, ну, зиму до весны протянуть. Если все получится, весной начну строительство фермы. Так вот. Пока выжимаем максимум из тех помещений, что у нас сейчас есть на сегодняшний день. Мне кажется, это вообще, сейчас что-то подумал, то, что я делаю,
на той территории, на той площади, что у меня есть, мне кажется, это ну просто вообще, я выжимаю 1000% из 100 возможных. Больше лучше не придумать, мне кажется. То есть какого качества вот у меня помещение, какие там созданы условия на троечку. Я еще что-то пытаюсь умудриться из них еще выжимать. Вот так вот. Хочется, конечно, чтобы все было по-другому, чтобы все было приспособлено, чтобы все было качественно, автоматизировано. Да и просто, чтобы было комфортно работать, а не вот так вот сжаться из угла в угол. Что делать-то? Куда деваться? Выше головы не прыгнешь. Что? Сейчас я прям вообще тут сразу и курицам сделаю, и гусям. Гусей, кстати, я кормлю тоже бройлерной зерносмесью. Что я? Не у меня она откорме. И чем она протеиновый? Короче, чем больше там протеину, тем лучше. Вот так. В принципе, на утро мне хватит еще рыбной муки. Фарша рыбного. Сейчас опять скажете, неправильно говорю. Так. Хватит уже. Оба. Морковка. Морковку я пропускаю на мясорубке. Курочкам очень хорошо. Ой, мимо. Немножко мимо. Так. Курицу, естественно. Другая зерносмесь. Оп. Многовато. Много. Им больше нормы нежелательно. То есть вот есть норма, мы ее придерживаемся. Больше. О, вода здесь есть, отлично. Вот я. Ну я на глаз добавляю. Думал, за водой сейчас надо будет идти. Добавляю для того, чтобы не было пыли. Но с водой надо тоже аккуратнее. Переборщишь, ну, как каша, ну такое влажное прям будет. Это тоже плохо. Вообще курицам, конечно, можно давать не такую мелкую зерносмесь, а более как бы дробленку покрупнее. Но они хитрожопые, они начинают выбирать. Вот так вот. Курочки у нас сюда. Вот сейчас замес сделаю, у меня правда ведра нет, сразу я его сделаю, чтобы мне потом уже здесь не отвлекаться гусям. У гусей нормы никакой нету, съели — хорошо, не съели — не кормлю. Смотрю, если быстро съедают, добавляю. Сейчас вот я им даю ведро. Сколько их там? 12 штук, по-моему. Ведро — это 2 килограмма.
Вместо фузу я добавляю нерафинированное подсолнечное масло. Ой, блин, не хватит, наверное, на завтра картошки. Ладно, есть там у меня еще столько тут одного быка, если что, соберу. Кстати, вот сейчас вот в процессе съемки для вас видео, если честно, то как-то мне показалось, что я очень быстро приготовил, что не может меня не радовать. Время быстрее летит, что ли, как-то. Когда один тут стоишь, что-то, ну, не снимаешь, вот как сейчас видео, да, мысли какие-то тут свои гоняешь, ну, как-то время помедленнее, мне кажется, идет. Так, ведра нет, точно. Это выключаем. Ну все, пошли. Раз, два, три, четыре. Летюшенька. Оп. Здрасте! Ужин! Ужин! Строимся! Девки! А чё мы не съели? Вы чё? Три. Блин, чё это такое-то? Можно было меньше готовить. Раз. Два. Три. Ну ладно, я уж сделал раз. Я сегодня скормлю 4 ведра. Так бы вот, я бы знал бы, что они не доели. Видите, не доели. Я бы гусям ведро не готовил. Завтра. Ой, не вовремя. Кто там мне там название? Вот. Постоянно вот у меня на. Я вообще буду отключать телефон, когда буду видео снимать. Что постоянно у меня звонки эти отвлекают. Короче, если бы я знал, что они не съели бы, готовил бы меньше. А так... Нафиг. Завтра кормить не буду. С утра. Потому что они не съедят. Сколько у нас? 26, 27 градусов. Кстати, можно сбавить. Видно, да? Душно тут. Так, на ком мы остановились? Места, видите, мало. Не у каждого бройлера есть возможность подойти. Ой, камеру сделал. Но с другой стороны, они сыты. То есть сейчас эти пойдут, другие подойдут поесть. А что такое-то? Я камеру задеваю. Но с учетом того, что я завтра их кормить не буду, мелким насыпем побольше. Так, воду. Поилки вот приходится часто мыть. Потому что все равно они вот зерносмесь сидят. И она как бы туда оседает, получается. Что-то вентилятор шумит так. Чистить надо.
Оп, ой, кишка, блин. Камера сейчас задела. Так, воду надо сразу принести. Что мы сейчас сделаем? Чтобы она согрелась. Тапочки, тапочки. Все, ставим сюда. Они сами себя греют. Ну и воду нагреют. Что, зря их кормлю, что ли? Так, бусины обычно из красного ведра кормлю. Разницы никакой нет, естественно. Торопился. Кончили. Идем дальше. Двери приходится закрывай. Летюшка-мартышка. Ой, скользко. Солнышко, видите, какое шикарное. Может выбежать. Наверное, зря я пошел без сапог. Гуси не доели сегодня. Ну все, завтра точно отдыхаю. Нафиг. Куриц только покормлю. Воду я наливаю с утра обычно. Раз в день. Сейчас в этом нет необходимости. Че? Проголодались? Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Ну, эти троглодитки всегда съели, конечно. Ну-ка, кыш-кыш-кыш. Тогда я высыплю-то, дай. О! Ой. Сено ложил буквально вот 2 дня назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14. Ну-ка, кыш, дай я тебя пройду. 14 яиц, сколько куриц? Не знаю. Все, сейчас я яйца отнесу домой. Бабушка их помоет. Сложит в ячейку. Ну и когда-нибудь или сами сидим, или покупателям отвезем. Все, с птицей я закончил. Хотя сегодня, как видели, можно было гусей не кормить. Бройлеров тоже. Ну, завтра не буду кормить. Мне же легче, завтра больше отдыхать буду. Это если один делаешь. Повторяюсь. Если один.
Если вдвоем, конечно, это быстрее и проще. Так, все это домой. Дальше. Что мы делаем? Теперь нужно покормить козлячих. Опять у тебя две миски. Здрасте. Вот такие вот вредные козлятины срут. И серят, писают и какают себе же в миске. Лети, дома сиди. Не скули. Там мыть. Я высыпаю все остатки. Разрешите, я пройду. Спасибо. Все. Погнали. Где у меня там ведерко? Раз. Так, два. Три. Так, не полно. Сюда можно насыпать так вот. И сюда добавим еще. Так вот. Так, морковка. Сегодня у нас морковка. Начинает портиться. Тут у меня было ведро. В нем что было? Кабачки были. На, мыть! То и другое. Так. Пойдем кушать. На, ешь давай. Давайте, кушайте, пожалуйста. Пока они кушают, я буду кормить свиней и быка. Лариса у меня что-то выделывается. Ах, опять ты тут все обосрал. Я ей тут давал с сахаром немножко еду. А сейчас она просто так не ест. И сладенькое подавай. Ну-ка. Порядок тут у вас, не? Дамочки. Так. Надо вот это сразу убрать. Бык, конечно, вредный. Только его почистишь. Он опять насрет. Ну, бык есть бык. Одним словом. Видите, у меня тут куча навален. Соберу побольше и увезу. А сейчас вот пока как-то так с прохода хотя бы просто убрать. Так. Так, 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 так. Хорошая, хорошая. Сейчас быку сделать надо. Вот бык вот все ведро помял. Я вот сейчас только недавно догнал, как правильно ему надо. Давай, чтобы он ведро не мял, я покажу. Так, что у нас? Сухари. Сейчас пойдет. Ну, сухари мне вот дедушка, бабушка там отдали. Мои. Я быку их
свиньи не ценят у меня хлеб. А у меня бык как свинья. Ну, вообще все там прям. Что ему не дай? Все, что не приколочено, ну все съест. Ну потерпи немножко, моя хорошая. Что такое? Ну потерпи, потерпи. Что такая активная? Так, теперь зерносмесь быка. А, кстати, зерносмесь или той кончается. Так. Картофанчик вареный. Нервничаю, что ли? Тороплюсь. Так вот. Воду я теплую набираю ему. Так, Ларискина. Ну блин, Лариска у меня грудь что-то. Я думаю, что она сейчас опять есть не будет. Хрен ее знает. Летюшенька, уйди, пожалуйста. Не мешайся. Я хотя вольер закрой. Наверное, сейчас так и сделаю. Я сегодня ей... Кстати, вот я сейчас покажу. Это очень много. Я просто поленился убирать по пакетам и морозилку. Это две порции. Это очень много. То есть две порции мяса она, скорее всего, не съест. Вот я сегодня пропускал лапы, головы бройлеров. Пойдем. Вот они. Называется... Ну, это я потом отдельное видео опять сниму, покажу. Фарш механической обвалки. То, что добавляют в пельмени. Да и просто продаю. Им жена куда-то это девай. Но здесь очень много. Вот прямо очень. Это на две порции как минимум. Ешь давай, морда. Можно. Сразу рыбный фарш, что ли, взять. О, какой завал тут у меня. Раз, два, три пакетика. Что такое? Три пакетика на большую кастрюлю. А, был тазик. Унесу, не унесу. Вкусно? Ешь, давай, ешь. Не отвлекайся.
Ешь, ешь. Три-четыре, по-моему, не лазит. Три пакета влазит в большую кастрюлю. Они у меня, вот я все время забываю, что то ли по 2, то ли по 3 килограмма, как-то так идут в тазик, потому что будут, ёлки-палки, будет конденсат. И туда занесем. В дом. Чтоб тарелла стояла. Можно здесь ставить, конечно. Но могут прийти кошки и погрызть. Сюда поставим. Сразу прихвачу. Фу, рыба пахнет. Руки. Прося там ведро. Ну, я им давал по 2 ведра. Они что-то мне не съедали. Сейчас стал по 1 ведру давать. Стали съедать. Но сегодня я им Ларискину. То есть 2 ведра они у меня сегодня съели. Фу. Так. Скотобаза, стройся. Блин, я ж хотел корыто сделать, я забыл. Я Лариске на корыто поставил. Покушай. Кыш-кыш-кыш-кыш. Поставил, уйди, поставил этим поросятам и хотел сделать новое. И забыл. Они вчера разобрали корыто. Ну, можно Ларисе, в принципе, вот это поставить. Так, надо его только почистить. Ой. Вот такое же у них было поросячье. Маленькое как бы. Они его разобрали. Осталось 50-ки Ларискин. Они вот сегодня швыряли туда-сюда. Тут вообще весело было. Ну, Ларисе можно и в это. Если она вообще будет есть у меня. Ларисенька. Иди покушай, моя хорошая. Вот бык, чтобы не ломал, я вот что делал. Вот так вот. Он с пола вообще все вылизывает прям. Иди ешь. Блин. Закроется, нет? Давай. Иди ешь. Давай только не выделывайся. Не выделывайся. А, морда. Морда. Ну что, как у тебя дела-то? Как самочувствие? А? Обойма. Лариса. Иди ешь. Что такое-то опять? Что? Ну, ну что? Рях. А, хорошая. Все, ешь давай, иди, говорю. Другого не будет. Все, никакого сахара. Вот так вот мы общаемся. Блин, не съест, если плохо. Так. Заржавела вся уже вообще. Дожди такие идут.
чтобы, как это, короче, нужно подготовку сделать на завтра. Набрать 2 клавиатуры воды. Так, и сюда мне на воду горячую. Так. Это чтобы сейчас доить, когда пойду, мне вода нужна. Включайте туда, я сейчас сразу поставлю газ. Свинит. Да. Блин, я вот это забыл совсем. Хотя вот такие остатки вот остаются, то что со стола, с кухни, ведерко и свинюха. И там, наверное, у меня сейчас то ведро-то, наверное, не войдет уже. Надо было раньше что-то. Набирали воду, потому что свет отключали. Завтра уже тогда полностью солью. Там уже тоже не надо. Да надо было. Ладно. Да пофиг. А эту рыбу-то тоже надо порезать? Завтра. Ну вот если вот в то ведро вот можно добавить. Ну, ладно, пошел. Да, забыл. Так. Так. Ну, сейчас самая любимая работа моя. Это козлячий. Как мы с ними дружим, прям вообще лучшие друзья с козлятиной. Блин, ведро сбыл. Я, кстати, вот сегодня первый раз доил с утра, что-то почему-то я не понял. Что-то доильным аппаратом доил, и что-то он у меня не додоил. Я решил попробовать вручную сдоить. Ну, в принципе, получилось так. Так сказать, жить можно. Так, ничего я не забыл. Там покормил, тут покормил. Все, сейчас за козлятиной. Пойдем. Ну, бык уже все слезал. Да? О, в ноль. Слушай, Лариса, ты мне свой характер тут будешь показывать? А? Это что такое-то? Вообще не притронулась. Ну, пошла нафиг. Сладенькое ей подавай. Пойдем, Мась, пойдем. Пойдем. Давай, что? Доиться будем. Пойдем. Давай. Выходи. Ни одна коза не гуляет. Надо съездить к южанину, взять тряпку козлячью. Пошли, что такое? Пошли. Почти дрессирован. Не как, конечно, у Паши. Ну. Давай, не тупи. Ну. Мася. Ты что, забыла, как залазить, что ли? Ну. Давай, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты чё? Мася. Давай. Бриллиант. Залезай.
Есть вот такая штучка. Ну, видите, дощечка, короче. Если-то она есть, только у этой башка большая. По сравнению с теми козами. Помыть эти тюльки. Ну, не знаю, у меня вот что-то козам душа не лежит. Я это понял. Татьяна Юрьевна у нас этим занимается. Полотенце не грязное. Просто старое. А то сейчас кто-нибудь напишет, что грязное. Ну что, погнали? Молочный бизнес. Пробовал. Что-то рука-то сырая у самого. Пробовал одной рукой. Двумя руками, вернее, пробовал. Сейчас, наверное, Паша Немоляев, если смотрит, ржать будет. Как я это делал? Или Шаталов. Скажет, ну блин, Сережа. Короче, не получается он двумя руками. Вообще что-то не получается. Вообще можно доильным аппаратом, блин. Решил вот вручную попробовать сегодня. С утра лучше получалось. Мало молока вообще давать стали. Вообще мало. Ну, хотя не сказать, что они там прям литрами давали. Это 1,5-2 литра вот с 3 коз за раз. Не за день, а за раз. Короче, у меня одно и лучше получается. Мимо только стреляю. Интересно, собака все съела, нет? Какие ставки у кого? Я почему-то думаю, что она оставила тявкой там. Двойку мне сейчас Вячеслав поставит, считал. Скажи. Я же тебе показывал. Да я вручную вообще не даю. Это вот второй раз. Вообще это у нас этим Татьяна Юрьевна занимается. Повторяю. Блин, Наталья Болденкова сейчас скажет, да. Да яром тебе не работать. Ну что там, может еще что-то есть? А? Бетончики-то потрясем? Кто там психует у меня опять? Ой. Ну все. Ты там другим-то оставь, дамочка. Где у нас мазюка? Так. Сисяндры смажем. А так. Вот мужики. Какая тут приятная прям работа.
не чьи-нибудь титьки мять, а козлячь. Это вам не хухры-мухры. Поела? Пошли. Пошли. Пойдем. Масика, пойдем. Сено будет позже. Все. Давай. Заходите, пожалуйста. Сюда. Сейчас у нас пойдет Нюша. Пойдем, Мишка, пойдем. Пойдем, давай, покушай. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Я, конечно, придерживаю. У меня просто были случаи побега. Поэтому я придерживаю. Ну, может быть, в этом и нет необходимости. Здесь вот дощечка уже подходит. Оп. Так, ведро. Что-то я вот не показал, вот столько надо ее. 200 грамм, наверное, сил. Мало надо ее. Может, больше, конечно, чем 200. Тетюльки помыли. Писюльки. Полотенчика. Так. Руку, руку, руку. Блин, у меня так на голову давит эта камера, что голова болит. Все, спокойно. Без нервов. Без нервов. Вообще, так-то, по идее, по-моему, первую каплю на мимо сдаивать. Но это, походу, я не сделал. Сегодня ездил в роддом к сестре, привез бульончику ей куриного, творогу со сметаной козлячью, купил там всякие орехи, да чё. Катя вообще уже по-другому стала выглядеть, не как вчера, на мужа похоже, на Сашу. Не влазит у меня эти птички в руку. Смотрите, о. 80 раз. Вот так вот, типа. Минуту на. У меня сколько получается? А, мимо. На руку сено брызг. Это, видите, больше молока дает. Мне кажется, эту козу, ой, первую, которую я доил, мне кажется, его убирать надо. Ну, может, я ошибаюсь. Смотрим. Родит. Видно будет. Если будут с ногами проблемы, стопудово убирать. Чего, козлятина? Любишь меня?
Любишь? Я-то тебя как люблю. У нас взаимная, наверное, любовь с тобой. Да? То есть, если бы у меня Верочки не было, сама понимаешь, что бы было. Так приходится нам любить друг друга. Хорошая вымечка такая. Все. Ну что, тетюхи будем смазывать? А? Тетюльки-то смажем? Ну так. Смажем тетюльки-то. Давай. Нравится тебе, знаю. Нравится. Балдеж, скажи. Балдеж. Мэ, балдеж. Давай, балдеж. Ах. Ах. Хорошо, скажи. Что-то там катается в пятницу по вечерам. Зилок. Зилочек какой-то. Пошли. Давай домой шуруть. Проходите, не стесняйтесь. Ну что, дама из Амстердама, погнали? Пойдем, пойдемте. Ну-ка, что за нервы-то устроили мне? Тихо, тихо. Тут закрыть ведь надо. Зато я подружка-то. Давай. Все, вставай. Че тупишь-то? Давай. Сейчас будем доиться. Че дергаешься-то? Успокойся, расслабься. Сейчас тебе приятно буду делать. Вообще, по идее, надо все в имя обтирать прям. Горячей тряпкой такой. Ну. Тихо, я ленивый. Поэтому я делаю только так. Все, спокойно. Ты чё, тихо. Пролей мне ещё. Ешь давай. Не отвлекайся. Очень увлекательный процесс. Тихо, 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 тихо. Давай-ка вот одной рукой лучше. Молочка парного никто не желает. Козлячего. Многие говорят, что оно с запахом. Запаха я вообще не ощущаю никакого.
Так. Все выдаем до последней капли, чтобы не было маститу. Блин, идет. Птичка в руку не влазит, мимо получается. Все. Ну что, помажем тетюльки? Так. Одну, вторую. Обе. Чё? Вот так. Хорошо. Ну что, с тобой мы закончили? Тряпку надо другую принести. Пойдемте домой. Дыльный аппарат вот с утра сегодня. Что такое? Собрал? Как собрал, так и стоит. Стой, стой. Опять ты сюда залезла? Что ты будешь делать? Давай, выходи. Выходи. Так, сейчас я дам им сено. Не, наверное, сначала... Нет, сначала сено дам, да. Да пока тут все пусть стоит. Потом унесу. Бычара, он стоит уже, ждет, блин. Дайте, говорит, пожрать. А подожди еще, ничего с тобой не случится. Которая вот сена похуже, я даю быку. Я говорю, у меня как свин. Все ест. Все, что не приколочен. Ешь давай. Вот тут вот сырое, оно всякое упало. Ему пофигу вообще. На. Хватит до утра-то, не? Все. Не упадет? Не тебе. Ходить туда не надо. Сейчас тебе принесу. Так.
Блин, это много уже взялось. Ладно, пусть столько будет. Дорогуша, это для тебя очень много. Давай подруге твоей дадим часть. Вот так. Или даже сестре. Что-то я вот не знаю этот момент. Никогда не задавался вопросом. Так. Быку еще подкину, чтобы мне тут не мешало. Вкусно? А? Ешь, давай, ешь. Ешь. Харя. Решил я его в этом году убирать. Больно здоровый. Больно здоровый. Кабан. Так, весь пол мне тут разобрал. Так, молоко унести надо. Ведра эти все помыть. Набрать воды. Козам или козам. Они же из грязных-то не пьют. Им чистые подавай. И чтоб вода теплая только была. Татьяна Юрьевна разбаловала. Козлячий отряд. Теперь мучайся. Так. Так. Блин, молоко забыл. Ладно, все равно туда еще идти. Что-то газом пахнет. Нет? Да, он газом что-то пахнет. А? Вообще газом капитально тут пахнет. Ну, наверное, кто-то включил. Расключена была. А, дверь открыта. Фу. Вот так вот и случается. Всякий случай. Аж в горле прям першит. Вообще. Жора, Жорик, привет, передай-ка привет всем, Жора, Жоренька, Жоренька, скалолаз, все свистал, на водопой, пожалуйста, подходите, на, пей, иди. Так, сразу молоко заберу. Фух. Мало,
полтора, наверное, где-то литра сегодня. Ну, вечером они обычно похуже дают, чем с утра. Что, согрелась, нет, вот это? Похоже, завтра мне надо будет зерносмеси делать. Уйди. Ты что наделал-то опять? Все развалил. Идите пить. Лариса. Иди. Все отвалит и под себя. Я сегодня укольчик поставил снова. Так, здесь закрываем. Так, 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 так. Сейчас собаки посмотрим. Как думаете, съела, не? Не съела, уберу. Но я думаю, что съела. Да. Еще написюнькала тут. Сейчас, Летюша, я тебя выпущу. А, запарить еще. Ну, видите, я сегодня, у меня тут гости были. Я... О, собака у меня почти все время закрыта была. На фуреньковом. Я не выпускал ее. Не горячо, нормально. Руки обжечь бывает. Можно. Так. Все. Да, завтра буду зерносмеси делать. Хочешь ты этого, Сережа, или нет? Покормить надо. А мне надо горох. Мне надо горох, я вез купить. Мало у меня-то. Остальное все есть. Завтра буду съездить. До утра стоит, распаривается все это дело. И утром я также кормлю, как вечером. Ну, вы уже видели. Ну, тут, видите, всегда количество разное, как бы. Не посчитай. Даже не то, чтобы не посчитать, а вот если бы не я, допустим, делал, а кто-то другой, вот как объяснить человеку? Ну вот надо, чтобы было бы вот примерно такой концентрации, как сейчас. Вот здесь нормально получилось. Здесь тоже. Ну как вот это объяснить? Это вот только путем, так сказать, проб и ошибок. Так, все. Здесь все. Тюндру выпусти, посикай. Так, бройлеров покормил. Куриц, гусей покормил. Собаку покормил. Там всех покормил. Коз покормил. Все четко. Тюндру выпущу сейчас. Побегаю. Посикай. Стой. Лети. Можно.
Время. Блин, тут нельзя мне вам показывать. Письма мне тут пишут. 7:00, короче, время. Слушайте, я вообще быстро. За час. Пойдем со мной. Пошли. Пойдем. Ко мне. Пошли. За час 15 я управился. А что так, почему быстро получилось? Ну, играть кому-то надо. Кому-то играть надо. Кабаня ты моя. Кабаня? Собака. Собака любимая. Любимая собака папина. Такое ощущение, что я что-то не сделал. Ну вот, час 15, если одному. Если вдвоем, в два раза меньше. Естественно. Литии. Литии. Иди ко мне. Ко мне. Блин. Мартышку вот контролировать надо. Все, тут будешь сидеть? Ну? Ну все, моя хорошая. Че, не пошла, не писать, никак? Че там у тебя? Косточка попала, что ли? Аккуратней, там не было трубчатой кости. Ты че? Пошли, пойдем со мной. Иди ко мне. Пойдем в вольер. Пугает меня что-то. Не знаю, что у нее там произошло. Что-то попало что-то. Ну ладно, дорогие мои, все вы сами увидели, сколько на все про все надо времени. Не сказать, что это сложно. Вся работа практически вся сделана в удовольствие. Поэтому любите свою работу, и все у вас будет хорошо. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока.